Ты как? Готова? Вас приветствует сервис Деламейн. Оставьте все проблемы за дверью нашего такси. Ёб твою мать! Очень на это надеюсь, Чумба. Не вижу повода употреблять ненормативную лексику. Да? А помнишь, как я хотел тебя нанять на мальчишник моего двоюродного брата? К сожалению, мы не принимаем такие заказы. Я 3 месяца бабки собирал. Ладно, проехали. Заводи мотор, Дэл. Перед началом поездки необходима идентификация личности пассажиров. Пожалуйста, подключитесь через личный порт. Спасибо. Активирован пакет Excelsior. Excelsior? Дело набирает обороты! Excelsior? Это пакет услуг, разработанный для наших премиум-клиентов. Ага, лучшее качество за ваши деньги. Смотри. Деламейн, давай боевой режим. Прошу прощения, но в данный момент вашей жизни ничто не угрожает. Ха. Ну ладно. Но вообще он хоть армию Арасаки может выкосить, если понадобится. Боевой режим вообще разрешен? Разумеется, во 2-й поправке Конституции. Во время поездки вы вправе пользоваться мной, в том числе, как оружием. А что еще включает Excelsior? Полное медицинское страхование, в том числе покрытие расходов на похороны в случае смерти пассажира в салоне. Блин, че ты каркаешь-то раньше времени? Декс прям расщедрился. Ну, по крайней мере, мы знаем, на что пошли его 65%. Excelsior. Вот теперь я чувствую, что въезжаю в высшую лигу. Это для тебя правда настолько важно? Что? Как-то дешево Декстер тебя купил. За шмотки и лимузин. Не знаю, Джек. Мне кажется, ты начинаешь терять свою стальную хватку. А мне кажется, что тебе внезапно захотелось до меня доебаться. Просто перестань фантазировать и сосредоточься. Нам еще работать. Да я никогда в жизни не был таким сосредоточенным, блядь. Я скажу, почему я так себя веду. Вся моя ебаная жизнь прошла на дне, Ви. И я туда не вернусь. Приближаемся к пункту назначения. Привет, как дела? Ведем дружеские беседы. Мы уже скоро будем в отеле. Я установила прямое соединение, чтобы вести вас через Кампеки. Ви позвонит Джеку, проверим синхронизацию, на всякий случай. Ну? Шум какой-то. Скажи что-нибудь, Бак. Величайшие преступления совершают, стремясь к избытку, а не к предметам первой необходимости. Чего-чего? Это Аристотель. Связь, похоже, в норме. С тобой, да. С твоим греческим другом не очень. Но мысль интересная. Поразмышляй об этом. Он херни не скажет. Ты как слышишь, Ви? Давай еще Аристотеля. Да пошли вы оба. Ну что, похоже, все работает? Сэрами Хоркиси. Я на связи. Спасибо, что выбрали сервис Деламейн. Желаю удачи. Я буду ждать вашего возвращения. Сколько же я этого ждал? А с оружием туда нельзя. Ну что, Ханна, вперед? Погоди, я возьму болта.
угадай, кого я сегодня возил? Мэра. Мы приехали, Бак. Еще раз, бронь на твое имя. Рамон. У вас встреча с Хаджиме Таки. Добро пожаловать в Кампеки Плаза. Который представляет оборонный отдел. Не волнуйся, я помню. Добро пожаловать в Кампеки Плаза. Пожалуйста, проходите по одному. Без проблем, брат. Сэр. Простите, небольшая проблема. Вы можете объяснить, зачем вы принесли военную технику на территорию Кампеки Плаза? Мы торгуем оружием. Простите? Вы Ктаки-сан, правильно? Прошу простить за недоразумение. Ага. Пожалуйста, дождитесь конца сканирования. Прошу. Йокосо, здравствуйте и добро пожаловать в Кампеки Плаза. Мы хотели бы зарегистрироваться. Разумеется. Минутку. Номер забронирован на имя... Викторино. Комната с двуспальной кроватью на одну ночь, верно? Именно так. Замечательно. Позвольте, я уведомлю Таки-сан, что вы приехали. Это херово. Это не по плану. Быстро, Ви, отвлеки ее. Не надо, не беспокойтесь. Мы немного придем в себя и сами его уведомим. Извините, Таки-сан вас ждет? Я правильно понимаю? Сеньорита, знаете, сколько нам пришлось лететь? 18 часов из Новой Барселоны. Плюс задержка у Метаки из-за того, что какой-то киберпсих взорвал себя у терминала. О, просто кошмар. Конечно, я понимаю. Ваш номер, Лазурь, расположен на 42-м этаже. О, и еще одна маленькая формальность. Активируйте чип-идентификатор. Уступаю тебе, Ханна. Все в порядке. Желаю вам приятного пребывания в нашем отеле. Спасибо. Идем быстрее. Какая еще новая Барселона? Такая. Я мастер импровизации. Что скажешь, Ханна? Уютный отельчик. Не то что клоповник, куда нас поселили в Цюрихе. Ты выглядишь как идиот, хватит. Точно. Что не так-то? Я играю свою роль. Самую дорогую модель в мире. Никого я не подставлял. Я ее похитил. Прямо с показа на плей. Не знаю, как-то он жестко с этими девчонками. Это топ-куклы, они ничего. Неплохой у них тут бар. Добро пожаловать в Кампеки Плаза. В будние дни заказа столов нет. Можете выбрать любой свободный столик. Или можете сесть у стойки, если хотите. Надо будет привезти сюда Мести, когда мы завершим сделку. Приведешь, приведешь. Пошли, найдем наш номер. Ну что, нормальная маскировка? Как я выгляжу? Не ожидала, что скажу это, но, по-моему, неплохо. Какая еще новая Барселона? Такая. Я мастер импровизации. Что скажешь, Ханна?
Уютный отельчик. Не то, что клоповник, куда нас поселили в Цюрихе. Ты выглядишь как идиот, хватит. Что не так-то? Я играю свою роль. Никого я не подсоблю. Я ее похитил. Прямо с показа на Буэнос-6. Какой ты романтичный. А загадка? Что сказал? Я собираюсь... Неплохой у них тут бар. Не знаю, брат. Как-то он жесткий. Добро пожаловать в компанию. Экиплаза. В будние дни заказа столов нет. Можете выбрать любой свободный столик. Или можете сесть у стойки, если хотите. Надо будет привезти сюда Мести, когда мы завершим сделку. Приведешь, приведешь. Пошли. Найдем наш номер. Ну что, нормальная маскировка? Как я выгляжу? Не ожидала, что скажу это, но, по-моему, неплохо. Знаю, под лицо все к лицу. Ну что, нормальная маскировка? Как я выгляжу? Не ожидала, что скажу это, но, по-моему, неплохо. Знаю, под лицо все к лицу. Ты сама как думаешь? Я думаю, что не врал. По крайней мере, насчет Кантао. Зая, ты же помнишь, как мы тестировали эту технику на наших? Просто... Ну что, мы пришли! Мы в комнате. Мне нравится. Хороший выбор, Бак. Даже жалко, что нам сейчас уходить. Я не для тебя ее выбирала. Отсюда ближе, к резиденту и серверам. Си-си, ме квердо. Запускайте болта и ищите вход в вентиляцию. Должно быть просто. Простота требует большого мастерства. А это кто? Марк Аврелий? Аристотель? О, нет. На сей раз это я. А где вентиляция? Запусти сканер и посмотри. Ты же собиралась найти шахту. Болта можно запускать? Еще минутку. Болта можно запускать? Еще минутку. Вот она. Супер. Джеки, болт готов? Готов.
Система исправна, заряд 100%. Мерда! Застрял, гаденыш. Будете стоять и смотреть? Переключитесь на ручное управление. Ви, возьми у Джеки контрольный чип. Подключи Кироши к системе наблюдения, чтобы вести бота. На. Поехали. Переключаю тебя на вид с камеры. Если закружится голова, не пугайся. Все, картинка есть. Нельзя просто взять и выкинуть его людей к другой из шахте. Домов, из офисов. Арасака выплатит компенсацию за досрочное прекращение каждого контракта. Деньги тут ни при чем. Скоро же выборы. Как это повлияет на мой имидж? Люди подумают, что я не контролирую Уотсон, мой родной район. Неделя. Это все, что мы можем вам обещать. Мы постараемся. Это все, что я могу вам обещать. Так, болт вошел. Переключаю тебя на новую камеру. А как ты поняла, что это для тебя? Там было написано для медуборщицы. Есть проблема. Что еще? У меня тут уборщица стоит. Раньше было до хрена. Надо. Давай посмотрим, что там в сети. Сейчас, гляну. Нет справедливости в этом мире. В террариуме есть контроллер температуры и воздуха. Да, то, что надо. Высылай туда болта. Этот красивый, богатый. Смотрит всегда так игриво. В пентхаусе живет. Юринобу Арасака? Такие, как он, всегда свободны. Костюм-то у него крутой, но в душе он путешественник. В смысле, по бабам ходить любит. Я бы согласилась с ним спать, даже если бы он об меня ноги вытирал. Кэт? Там что-то с террариумом. Бак, сработало. Я еще не так могу. Да ты знаешь, сколько эти твари стоят? Вперед. Спасибо, потом скажешь. Как жизнь? Меня зовут Джош Гаворкин, и как всегда, ваше дело это... Окей. Резидент сидит прямо за дверью. Пускай болт откроет замок. Что-то у него не выходит. Черт. Должен быть другой вход. Погоди. За дверью есть еще камера, но она выключена. Мне ее включить? Да, поищи, где точка доступа к системе. Нашла порт. Так, теперь подключи болта. А болт в системе. Теперь переключись на другую камеру. Вижу резидента. Все по плану. Странно, что у них тут всего один нетранер. Хороший резидент заменяет 10 посредственных. Я отправлю болта, чтобы он его вырубил. Хорошая мысль. Сейчас я тебе отправлю демона. Только не забудь, что болта надо подключать напрямую к креслу. Я вообще-то не первый год работаю. Да что ты. Все послала, твой выход. Только сначала нужно запустить туда болта. Похоже, шахта идет через обе комнаты.
Сейчас посмотрим. Теперь переключись на другую камеру. Кажется, я нашла проход. Отправь туда болта, а потом переключись на другую камеру. Ви, подключай болта к креслу. Болт остается тут? Будет смотреть за резидентом. Кажу в основную сеть Кампеки. Можешь выйти из системы. Асес, кома се, асе. Ну ты как? Ничего, голова кружится просто. Бак, сколько у тебя это займет? Ты здесь, Бак? Да, да, я здесь. Короче, слушайте, лед толще, чем я ожидала. Пробивать придется пару часов. Пару часов? А быстрее никак нельзя? Хочешь, чтобы у меня мозг расплавился? Сиди, наслаждайся своим шикарным номером. Спасибо, так и сделаю. Ви, у нас передышка. Отдохни пока. Как думаешь, почему он отказался? А? Кто от чего отказался? Яринобу Арасака. От хорошей жизни. Это давно было, конечно. Просто подумалось. Как вообще так? У тебя все есть. Деньги, образование. Твой папа может щелкнуть пальцами и полмира превратиться в ядерную пустыню. И ты такой типа, да ну нахер. Все это бросаешь. Чтобы собрать банду. Стальные драконы, блин. Ты посылаешь семью. Одеваешься в кожу и пару лет играешь в крестного отца. Зачем? Да кого это ебет? Почему мы разговариваем про богатых уродов и их прихоти? Ты это представь. Я Юринобу Арасака. Кто хочет ко мне в банду? Этого позера, наверное, сразу послали. И название-то какое? Стальные драконы! Сборище мамкиных гангстеров, блять. Сначала мальчику надоело быть богатым, потом быть бандитом. Турист несчастный. Помяни черта, он только что зашел в отель. И мы снова в игре. Сигналка в пентхаусе отключена. Перфекто! Шоу начинается. Эй, Бак, а ты это... Чё, всё время была на связи? 3,5 часа. Слушай, насчёт твоих бонов... Чьих твоих бонов? Прости, я не так выразился. Знаю. Ну, заслужи моё прощение. Ну, пока всё идёт гладко, да? Да? Чувак, да ты прямо оптимист. Да? А тебе что ни скажи, ты во всём видишь только негатив. Говорю тебе, самое трудное позади.
А чего вы все притихли-то? Тогда это... анекдот хотите? Что? Ты серьезно? Да ладно. Вот, слушайте. Что говорят киберсвиньи? Они говорят хром-хром. Смешно, да? Боже правый. Ага. Неплохо быть наследником самого императора. Уж всяко лучше, блядь, чем сыном Рауля Уэллса. Ребята, внимание! Сейф! Только быстро! Эй, а что за спешка? Йори Нобу куда-то исчез. Что, растворился в воздухе? Он в какой-то мертвой зоне. Сейчас я его найду. А вы давайте работайте. Быстрее, Ви! Быстрей! Не дай бог, Юрий Нобу сейчас вернется! Юрий Нобу оставил нам прощальный подарок! Не фонтан, конечно, но... Нет времени. У нас нет времени. Он там, под полом. Ищите переключатель. Нет времени. Ты смотри-ка, выдвигается. Иди сюда, Ви. Что дальше? Подключайся по личному, и я посмотрю. Ясно. Теперь ты, Бак. Да, сейчас. Кто-то летит. Бак! Не знаю, кто это, но на ноги подняли весь персонал. Человек 200, не меньше. Не нравится мне это. Ты долго еще идти? Черт, Йори Нобу идет в пентхаус. Нахуй его! Открывай сейф! Почти готово. Есть! Круто! Дай-ка я посмотрю. Чип в порядке? Целостность биочипа 100%. Думаю, да. Все, уходим. Стоп, нельзя. Йори Нобу сейчас войдет. Прячьтесь. Где? Большая колонна, туда. Да ты, блядь, шутишь? Нет, полезайте в нее. Успели. Проблему это не решило, Ти. Я в курсе, что проблема не решилась. Дайте мне подумать. Импосибли. Это что, Адам Смешер? Охранник. Хуже. Легенда Найт-Сити. И репутация у него так себе. Что делаем? Ждем. Они уже здесь? Идут к вам с посадочной площадки.
О ком они, блядь, говорят? Бак, кого там несет? О, нет. Только не это. Не может быть. Сабура Арасака? Император? Еще одна ебучая легенда. Вряд ли тут есть звукоизоляция. Мерда. Азуштюжи. Арасака-сама. Мада будет чеку гауатеймасен. Ватаси но муску да. Рей на моно кайшу шимашо ка. Ватаси га яру. Итте кури. Пронесла. Не говори. Если бы он нас увидел... Он не увидел. Помолчи, окей? Просто охуеть не встать. Сабура Арасака. Ватаси га кизуканай то демо умотта но ка? Сомо-сомо, оре но кото о кини шита кото нанка най даро. Анта но мондай тен ва соко да. Сека ва дживен чушин ни ма уватте ると омотте ру. Гома да ё. Йоринобу. Доште коко е? Джики-джики ни оре ни кутучеку ажи авасе. Тачиба омой ширасе ру таме ка? Дэру куя утаре ру то ёку ю даро. Дживен но котоба джа нани мо е най но ка? さまこそ自分が何をしようとしたか分かっているのか。私たちの功績を野蛮人に渡すなど、私たちの未来を。俺たちの未来。俺たち。なんかの間違いだろ。あんたは自分のことしか考えてない。そしてこの会社のことしか。 いつかこのような日が来ることは分かっていた。貴様はついに越えてはならない一線を越えたのだ。これまでお前の愚行には目をつぶってきた。だがそれもここまでだ。この裏切りだけは決して許せぬ。貴様の母親が生きていなくてよかった。 息子の不甲斐ない姿を目の当たりにして心を痛めずに済んだのだからな。ヘバノゼ。これでもう誰のことも許す必要はない。 Полностью заблокировать отель. По какой причине? Кто-то убил Сабуру Арасаку. Блокировка подтверждена. Внимание! В Камбэке Плаза объявлен красный уровень опасности. Просим не покидать своих номеров и выполнять указания персонала. Нану саваги десу. Дарекага. Дарекага ачни докомотта. Доку? そうだ。ユリノブさん、しかし。竹村、お前のお仕事は何だ？何のお話です。単純な質問だ。答えろ。
Арасаки-кино, Кати о мамору кото дес. Конго ва, мотто шиккари секини но хатаси о носонде иру зо. Оирушу кудасай, Арасаки-сама. Киште шитугу ва сасемасен. Вообще творится. Юринобу придушил Сабура. Что? Вот, блять, собственного папашу. Ну что тут скажешь? Сейчас будет не продохнуть от охраны. Ёб твою мать, это пиздец. Ви, потом будешь стоять размышлять. Сейчас надо давать по съёбам. Баманос! Где Юринобу? Я не знаю, я потеряла камеры. Они блокируют все системы. Да, есть кое-что. Давайте в окно. Сабура, мать его, Арасаку убили. Я давно так не охуевал. Открываю. Там есть лестница. Лестница. О, нет. Нет, 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 вашу мать! Меня нашли! Бак! Диус Санто Пендито! Ты больше нет! Блять! Высшая лига, да? Доволен, Джеки? Я тут подумал. А ведь старика Арасаки наверняка еще на крыше. Как два пальца. Да, действительно. Что блин, теперь? На этом мы никуда не улетим. Надо было догадаться. Зафиксирована неавторизованная попытка доступа. Пожалуйста, оставайтесь на месте до прибытия охраны. Hijo de la chingada madre!
Надо валить отсюда, давай! Не смотри вниз. Бля, как высоко-то. Бля, это травма? Если они за Сабура, то уже поздновато. Надеюсь, нас они не видели. Соберите протоколь на лёнце. Отравили! Еще бы немного. Его пробили. О, Модрес. О, это херово. Джеки, ты ранен. Забей пока на меня. Проверь чип. Разгерметизация. Целостность чипа 94%. Он разрушается. Караху. Звони, Паркер! Быстро! Чтобы рассказать про наш проёб? Звони давай! Ви, кампеки по всем каналам. Что там у вас творится? Есть проблема. Криокейс повреждён. Целостность чипа... Джеки! 86! 86% и падает! Чёрт! Так, слушай внимательно. Вы можете сделать только одно. Кому-то из вас надо вставить чип в нейроразъем. Мне кажется, это опасно. Чем дольше ждешь, тем больше риск все просрать. Но раз нет другого выхода... En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Джеки, ты как? Не знаю. Вроде бы ничего не поменялось. Когда вернетесь, мы вынем чип, просканируем и очистим мозг. Но сначала вы должны выбраться оттуда. Мы работаем над этим. Дэл, мы будем через пару минут. Приготовься, ясно? Разумеется, мистер Уэллс. Смотри у меня, бля. Нам надо как-то дойти до фойе, оттуда спуститься на парковку. И лучше побыстрее. О, Россия. Класс. Теперь уходим отсюда. Обходим этаж. Чисто. Принял. Отбой. Если это учение, зачем сюда прислали спецназ Арасаки? Спецназ? Они в фойе. Скоро начнут прочесывать этажи. Только посмотри на это. Глушитель нам пригодится. Осторожно. Там, наверное, дохера охранников. Поняла.
горячего мяса с кровью. Внимание! Камбэки Плаза объявлен закрытым. Уровень опасности. Просим не покидать своих номеров и выполнять указания персонала. Блин! Давайте! Нас засекли! Bueno! ¿Qué chingados estás esperando? Подходите, блядь! Рискуют жизнью ради нас. Хранят город от организованной преступности. Сдавайся! В свою очередь, защитит нас. Сдохни, тварь! Опять террорюги! Целься в голову! Убить ее! Лучше уебывайте! Слышите меня, коньос? Внимание! В камбэке Плаза объявлен красный уровень опасности. Просим не покидать своих номеров и выполнять указания персонала. Сдавайся! Цель решила повысить уровень угрозы. Пусть подходят, твари! Я никого не боюсь! Где-то рядом. Плаза объявлен красный уровень опасности. Просим не покидать своих номеров. Не торопись, Ви. Враги смотрят.
Сейчас начнется. Приближаюсь к цели! Увидят. Слышите меня, Коньос! Одна пуля, один труп! Чинга Туматре заблокирован! Второй тоже? Сейчас мы всем покажем, Чика.
Отходите, бляди! Теперь чисто. Внимание! В камбэке Плаза объявлен красный уровень опасности. Просим... Что? Сабура Арасака. 150 лет жил. А сегодня... Именно сегодня... Финита, бля, комедия. Береги силы, Джеки. Ну, так я их и берегу. Ты не грусти, Ви. Мы выберемся. Да, ты так в этом уверен? Слышь, не срывайся на меня. Я же вижу, как оно все. Подходите, бляди! Это хакерша! Меня так просто не убьешь! Принято! Это как? Чингада Матре! Перезаряжаюсь! Соберитесь, не зевай! Ха-ха, есть свет!
Не жалей никого, слышишь? Она ранена! Стреляйте! На... Сейчас! Всех обнулим! Попал! Еще и Минотавр. Меня так просто не убьешь! Не ждали! Ви! Теперь в лифт! Быстро! Где этот сраный лифт?
Осторожно! Майор ранен! Выходить с поднятыми руками! Оставьте все проблемы за дверью вашего такси. Проблемы будут, если ты не увезешь нас нахуй! Неплохо. Отзыв клиента учтен. Как дела у машины? Отлично, но, к сожалению, за нами погоня. Ёбаный насрал! Сохраняйте спокойствие. Да ладно! Проезд заблокирован. Ай, Мисуалос! Замечен воздушным судном противника. Я разберусь! Никак эти говноеды не уймутся! Thank you.
причина, Дэл. Джеки, ты белый как мел. Видишь, я говорил, мы выберемся. По данным сканирования, мистер Уэллс находится в критическом состоянии. Веди нас к Риперу прямо сейчас! Приношу извинения, но это невозможно. Маршрут поездки был определен и оплачен заранее. Я не имею права его менять. Срать на твои права! Делай, что я говорю! Ничего, Ви. Я выдержу. Советую поддерживать мистера Уэллса в сознании. Все будет нормально. Увидишься с Мисти, с мамой, со всеми своими. Джеки, не закрывай глаза! Мисти, она знала. Она все знала. Я Чип. Не потеряй ради меня. Мистер Уэллс скончался. Куда доставить его останки? Что? Пакет Excelsior гарантирует бесплатную доставку останков по выбранному адресу. Мне нужен лишь пункт назначения. Дай хоть в себя прийти! Куда доставить мистера Уэллса? Он хотел бы быть со своей семьей. Ближайшим родственником мистера Уэллса является Гвадалупе Алехандро Уэллс, владелица бара «Эль Койота Кохо». Я доставлю его тело в целости. Мистер Дешон ожидает вас в номере 204. До встречи в высшей лиге, Джеки. Тебя ждут. WNS, 54-й канал. Пираты. О вашем проебе говорят все. А где Джекстер? Остался в машине? Японской мегакорпорации. Компеки Плаза, куда он прибыл для встречи со своей семьей. Юринобу Арасака во всем обвиняет... Может, спросишь, как он себя чувствует? Не говори со мной таким тоном.
У него было кровотечение. Он умер. Вот как. Мне жаль. А где чип? После паузы обсудим с экспертами, каким... Не смогли украсть. Хоть одна хорошая новость. Хорошая? Сабура Арасака мертв. Ты понимаешь вообще, во что вы меня втянули? Вы завалили его величество, императора. Все, кто как-то с этим связан, подписали себе смертный приговор. Из-за тебя мы вляпались в это говно! Как ты нас готовил к операции? Ты не знал, что Сабура Арасака будет в отеле? Я не мог прийти к нему и заглянуть в его ебучий ежедневник. И вообще вас никто не просил его убивать. Это были не мы! Да ну! Так и скажи Арасаке, когда за тобой придут! Ладно, спокойно. Надо продумать следующий ход. Новое место, новая личность, но сперва тебе надо что-то сделать с лицом. Ванная вон там. Приведи себя в порядок. Это я. Да, я бронировал шаттл. Сегодня. Нет, до утра не подождет. Одно место. Я еще доплачу. Космопорт. Четвертый терминал. Окей. Ви, иди умойся. Ты вся в крови. Мне и так нормально. Ну ладно. Какой у нас план? Как хочешь. Я не хочу рисковать, Ви. Помнишь наш первый разговор? Я все-таки выбираю тихую, все спокойную пизда! Жизнь. Обойдусь без лучей славы. Thank you.